Вот еще спрашивают, ведете ли вы мониторинг, сколько и какие бизнесы в Татарстане закрылись за 2014 и вот начало 2015 года? Или пока вот мониторинг только что у вас начался, и вы как бы не вели, или все-таки каким-то другим статистикой, может быть, пользовались? Вот такой вот учет ведете или нет? Ну, да, мы, я еще раз говорю, это важная проблема, актуальная, потому что она показывает именно срез того, что бизнес то, что бизнес закрывается или планирует закрыться, это очень показательно. Мы не анализировали результаты 2014 года по причине, во-первых, того, что на данном этапе у нас еще даже статистика не готова до конца, да, в госорганах. Вот, то есть мы планируем это сделать, но пока у нас нет актуальной базы. Но понимая, что надо мониторить ситуацию здесь и сейчас, и не ждать там, когда налоговые органы либо Росстат нам даст цифры за год, мы как раз вот этот мониторинг сейчас запускаем для того, чтобы понимать, ну, условно, ситуацию, то есть понимать, где что. Да. То есть колл-центр, он будет делать первичный срез, это базовая информация, и уже исходя из нее мы будем дорабатывать дальше. Если мы увидели через колл-центр, что у человека есть конкретные вопросы, есть конкретные проблемы, он планирует закрыться, мы должны с ним дальше уже начать работать. Мы должны понять у каждого уже конкретного человека, то есть не несколько тысяч человек, а конкретного человека, что у него происходит. Потому что, с одной стороны, задача стоит помочь ему персонально, с другой стороны, возможно, его пример, он показатель для всей отрасли.